Привет. Итак, уровень 2. Сразу берем дробовик, и если ты успел соскучиться по супер дробовику на первом уровне, то вот прям здесь лежит секрет. Я сейчас только этим позабавимся. Ладно. Бочка не прокатила, расстреляем и так. Забираем супер дробовик. Какая хорошая сфера. Заберем ее позже. Так. Расстреляем этого чувака. Появилась тефтелина. Аккуратненько ее уничтожим. Прекрасно. Ну и потихоньку продолжаем продвигаться по уровню. Нет. Интересно. Здесь куча импов, взорвем их просто. Остальные добьем. Так, вот так вот. Возьмем пулеметик. Вот из этой стены они вылезли. Стена открывается. Задеваю вот этот вот триггер. Здесь лежат очки. Они нам пригодятся, потому что здесь весьма темно. Забираем красный ключ. Убиваем этого парня, вот этого парня, и он еще один. Так, забираем пульки, колбочки, откроем вот эту стену, и здесь берсерк. Быстренько расстреляем этих чуваков, бьем дубай с стороны. Где-то тут должен быть... по-моему. Ладно, его не видно. А, вот он. Прянулся, зараза. Добиваем импок. Возьму здоровье немного. Открылся доступ теперь вот к этой стене, которую тоже можно открыть и найти кого победить. Так, еще подлечимся, почему нет? Много. Эту стену заполним, она еще откроется, а вот эту откроем сразу. Да что, она нам даст доступ к синей сфере. Здесь очень много чуваков. Очки не будут своим словом покупать быстро. Аккуратненько. Пулеметчиков тоже выкашиваем. Пусть вот вам, чтобы удобнее было передвигаться. Так. Тебя тоже застрелить. И так, Манкулуса попытаемся взорвать с помощью бочек. Не убьем, но подкалечим. Иди сюда. Ладно, достаточно. И вот эту группу ведет. Нам надо как-то разнести. Там еще и тефтелины. Пытаемся не дать ей наполнить пушек лишних. Они весьма назойливы. Так. Этих можно и побить. Ай, что так не сильно. Так, вот эта стена ведет на улицу. Я нас ждет зомби. И вы, друг, зомби. Забираем дымопилу, но не используем ее, потому что у нас есть берсерк. Разбиваем мордашки всем этим ребятам. Красота.
Забираем синий ключ и идем к синей двери. И вот здесь, прямо за углом, большая группа ребят. Взорвем часть из них. И потихоньку будем отстреливать выходящих. На заднем плане там тоже народу хватает. Мы здесь вот стену откроем и сможем подойти к ним поближе. Так. Эти там пусть развлекаются. Откроем эту стену, которую раньше запоминали. Это будет полезно для отступления и возобновления ресурсов. Берем переключатель и... Здесь тоже прячутся ребята. Так. Хеллайт. Ага. Никого. Смотрю, что там уж нет тебе на... Ой, ну не заинтересно. Ага, вот еще один. Ну, тебя все-таки добью. Тебя попробую. О. Поедем. Ладно, все, я понял. Окей. Не вопрос. Они вот отсюда вышли оба. Ну давай, ну. Давай. Попади по ним. Ну. Ладно, я сам. Бесполезная помидорина. Отлично. Так, по-моему, там осталось еще чем-то лечиться. Кажется, да. И здесь, и здесь. И... Нормально. Ага. Тебя забыли. Прям синюю броню пригодится. И также вот здесь вот есть неоднозначная штука. Вот аккуратненько так. Ну да. Хотел ее аккуратненько коснуться, не взяв. Тогда секрет тоже засчитается, но я был неосторожен. Ну да ладно. Вот здесь кучка ребят, и я застрял в бочке. Класс. Прошло все ужасно, но да ладно. Я думаю, они там друг с другом воюют. Чего я и добивался. Или нет. Ладно. Сам их расстреляю, почему нет. Ай. Отлично, насколько я помню, тут еще тефтелина должна быть дорога. Это плохо кончится, ну ладно. Ай. Вот так. Я доволен. Ну и где ты, выходи. Наверное, черепушек миллион. Ночь меч. А, еще Манкунис там живой. Они, походу, с ним воевали. Ладно, думаю, я его... Так, я стреляю. Так. Этих импов будет за решетками выцепить. Да еще прием. Так, вот вроде бы. Вроде бы тут все. Надо. Идем к выходу. Даем полностью полверту. Значит, рисковать не буду, просто расстреливаю его. Отлично. Берем аптечки, не торопимся выходить, открываем эту стену. Убиваем выживших импов. Забираем очень вовремя данную карту. Прямо перед выходом. Ну и выходим.
Как мы видим, No Rest for the Living набирает немножко обороты. Уже и монстров побольше, и ловушки такие интересные. Ну и в целом, уровень интересный. Мне нравится. Ну, отыграл я его, конечно, так себе. Бывали у меня попытки, скажем, и поудачнее. Но я не любитель делать кучу вот таких прохождений и выкладывать самое удачно получившееся. На мой взгляд, это не очень живо. Да, я не особо аккуратен там со здоровьем и с прочими такими вещами. Ну, мне кажется, так веселее даже. Ну, как-то так. А на этом все. Увидимся на уровне 3. Пока.